Это лишь небольшая часть активистов, которые пытаются заставить власть решать проблемы горожан. И это удается. Когда в прошлом году люди стали жаловаться на использование для очистки магистрали соляных растворов, а точнее на последствия, которые они вызывали, общественники заявили об организации митинга. И чиновники их услышали. А в конце февраля провели собрание жителей так называемых «хрущевок». И хотя в последний момент прокуратура запретила проводить его, мероприятие состоялось. Руководитель совета Валерий Курочкин рассказал, на него пришли более сотни неравнодушных ангарчан, которые хотят знать правду о состоянии своих домов и о шагах, которые должны делать власти разных уровней для решения проблемы обследования и возможной реновации зданий. Ведь, как подчеркнули на собрании руководители, и неважно чего, города, области, страны, должны исполнять волю народа. Александра Барнакова, Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск.